Ну и в завершение давайте проверим вот этого монстра китайского производства на наличие радиоактивных красок, материалов, пластиков. Вот берем мой любимый РКСБ-104. Значит, вот ставим его в рабочий режим. Значит, выставляем, чтобы мерил он в микрозивертах. Вот эта строка. Так. И включаем. Он сейчас начнет циклами мерить, то есть замер. Когда будет результат, он попищит, потом сбросится, еще раз замер. И так бесконечно. Вот можете сами понаблюдать. Как видите, левый переключатель стоит у нас в положении сотых, так что получилось 8 сотых микрозиверта. Делаем второй замер. Напоминаю, это у нас на экране сотые, то есть запятая посередине. Получилось 1/10 или 10 сотых. Сейчас сделаем последний замер. И потом я уберу аппарат и замерим фон без аппарата. Так, измерение подходит к концу, получается 14. Вот я убираю аппарат, убираю его, так скажем, далеко. Вот. Вот, смотрите, что он сейчас покажет. То же самое. Давайте для чистоты эксперимента эту руку тоже уберу свою. Вот еще раз посмотрим. Кто не доверяет, покажу еще раз. Сейчас меряем мощность эквивалентной дозы. Переключатель вверх в работу. Вот опять 14 микрозиверт в час. Так что можно покупать, не бояться. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.